Похоже, он подключил крупный калибр. Хорошо, пока. Мы сделаем официальное заявление, как только ситуация разрешится. Адам, с возвращением. Все думали, что вы еще не поправились. Дженсен, босс не мог обойтись без сюрпризов. Здорово, что вы вернулись. Вы уверены, что готовы к этому? То есть, вроде совсем недавно... Ладно, только поосторожнее. Боевое крещение импланта, да? Не беспокойтесь, Дэвид наверняка выдал вам самое лучшее. Ух ты, вы смотрите. Мы думали, что ваше возвращение придется ждать еще полгода, чтобы там не говорил Шариф. Адам, вас тоже задействовали? Видимо, Шариф обратился к вам по поводу фабрики в Милуоке. Адам Дженсен? Вы уверены, что стоило так спешить с возвращением? В смысле, наверное, менять естественное на искусственное не так уж просто. Давно пора. Что случилось? Ты застрял, когда лез через вентиляцию? Я тоже рад тебя видеть, Фрэнсис. У меня что-то с экраном сетчатки. Можешь поправить? Если это то, о чем я думаю, вероятно. Конечно, это немного боль. Похоже на рассинхронизацию левого и правого процессоров изображений. Но не переживай, скоро сработает твой страж здоровья. Этот имплант устранит все повреждения. Теперь твой экран сетчатки должен быть в норме. Программы распознавания пока не могут выявлять противника, но ты должен видеть радар и сетку наведения. И биомедицинские данные, если с тобой что-то не так. Так, мы закончили. Шариф ждет меня на вертолетной площадке. Точно. Радикалы ворвались на наш завод и захватили заложников. Возможно, на этот раз ты сможешь кого-нибудь спасти. Радуйся, что я решил пропустить это мимо ушей. Закончим на этом. Только смогу. Пока. Вы знаете, что происходит на фабрике? Говорят, какое-то вторжение. Там работали наши люди. Торопились уложиться в срок. Надеюсь, с ними все в порядке. Адам Дженсен, не ожидали, что вы вернетесь так скоро. Видимо, вам повезло больше, чем другим. Да, это я. Ага,
Приветствую, мистер Дженсен. Вот уж кого не ждали. Приятно видеть, что вы изменились, но в лучшую сторону. Правда, в лучшую. Вы уверены, что уже готовы? Приятно видеть, что вы изменились, но в лучшую сторону. Правда, в лучшую. Вы уверены, что уже готовы? Адам, ты далеко от площадки? Почти на месте. Хорошо, потому что спецназ уже готов превратить все это в показательный кошмар. Жду тебя в вертолете. Когда вылетим, я изложу суть дела. Вы знаете, что происходит на фабрике? Говорят, какое-то вторжение. Произошло полгода назад, накануне скандального слушания по экспертизе исследований компании. Эти слушания надолго приостановили, и теперь народ волнует вопрос. Нет ли другого объяснения происходящему? Возможно, Дэвид Шариф что-то скрывает. Прямой эфир вела Элиза Касан, новости ВИК. А теперь вернемся к экстренным новостям из Детройта. Полиция до сих пор отказывается комментировать ситуацию. Но наши источники сообщили, что вооруженная группа активистов, выступающих против имплантов, устроила рейд на завод Шариф Индастрис. Рабочих взяли в заложники, и весь город затаил дыхание. Вряд ли нужно напоминать, что это уже... Извините, мистер Дженсен, но у нас сейчас сумасшедший дом. Может, мистер Притчард из технической лаборатории вам все расскажет? В любом случае, рады вас видеть. Вы отлично выглядите. Дженсен? Боже, мы и не ждали, что вы вернетесь так скоро. Думали, вообще не вернетесь. Мистер Дженсен, как раз вовремя. На фабрике возникли проблемы. Вот как. Думаю, именно поэтому вы здесь. Скажу честно, в последние месяцы всем пришлось туго.
особенно в новой временной лаборатории. Люди жалуются. Говорят, что чувствуют себя запертыми в изоляторе. Я понимаю, что требования безопасности строги, но у нас нет выбора. Посмотрите, что сейчас происходит на фабрике. Боже, Адам! Пока ты бродил по кабинетам, ситуация ухудшилась. Жду тебя в вертолете. Я все объясню. Она всегда была голосом разума. Мне тоже не хватает Меган Хизер. Вот поэтому я решила, что должна справиться со стрессом и завершить то, что она начала. Наверное, это правильно. Иногда мне кажется, что все мы висим на волоске. Надеюсь, Дэвид это понимает. С возвращением, Дженсен. Не ожидали увидеть тебя здесь так скоро? Ты знаешь, как это бывает, Малик. Зов долга. Мне ли не знать. Когда меня вызвали, на мне был летный костюм. Застали меня прямо на крыше Ренессанс-центра. Но ты... Дьявольски сложно вернуться с того света всего за 6 месяцев. Ты уверен, что готов? Есть только один способ что-то узнать. Так точно. Босс уже на борту. Спорит с оперативниками из полиции Детройта. Они окружили завод, но шериф хочет, чтобы ты вошел туда первым. Все готовы? Чем раньше вылетим, тем лучше будет для всех. Я готов. Прекрасно. Тогда поехали.
8 человек, Адам. 8 хороших людей, единственной ошибкой которых было выйти сегодня на работу. А эти так называемые борцы за чистоту с ними расправились. Со всеми? Это точно? Если нам повезет, управляющая фабрикой будет еще жива, Джози Торп. Она им была нужна, чтобы попасть в здание администрации. Но полиция не особенно надеется, что она выживет. Это мы еще посмотрим. Итак, что мне искать здесь? Кто эти парни? Как уже было сказано, экстремисты, борцы за чистоту. Те самые борцы, которые бомбили клиники протез по всей стране. Они ворвались несколько часов назад. Мы как раз перевели Тайфун в лабораторию для настроек. Тайфун? Команда Меган занималась его тестированием в тот день, когда... Кто главный у этих ребят? Адам, Я знаю, что вы с Меган были... Кто их главарь? Называет себя Сандерсон. Вон он там. У него нет имплантов, Адам. Его не могло быть среди тех, кто напал на нас. Однако невинных людей он убивает, не задумываясь. Да. И он отлично знал, как проникнуть на фабрику. И как же мне с ними разобраться? Никак. По крайней мере, не сразу. Твоя первостепенная задача – вернуть Тайфун. Пока ты его не заберешь, я не смогу впустить спецназ. Ну а если дело дойдет до боя, я полагаюсь на тебя. Будешь мочить или нет? Я не намерен использовать там оружие. Достаточно нейтрализовать их. Хорошо. Но смотри, чтобы эти сволочи не успели предупредить своих дружков. Ты же помнишь, что там? Много тесных, замкнутых коридоров. А вот в цехах места полно. Высокие потолки. Тебе нужно что-нибудь для дальнего или для ближнего боя? Что-нибудь дальнобойное. Если я подойду достаточно близко, то и сам управлюсь. Только постарайся не разбить ничего ценного. Тайфун находится в фабричной лаборатории. Фрэнк может рассказать об этом больше, чем я. Он проводил коммуникации. Потрясающе. Что-нибудь еще? Смотри в оба и ищи Джози. Если получится, освободи ее, но... Помни, что главное Тайфун. Это разработка для литерных учреждений. Если они не получат ее в целости и секретности... Ну так вот. Уверен, ты справишься с этим заданием. Джентльмены, приготовьтесь к посадке. Службы безопасности шерифа, верно? Тот, из-за кого нас задержали. Надеюсь, вам понятно, что заложники погибли из-за вас и вашего босса.
В любой момент игры вы можете открыть игровое меню. В снаряжении находятся все предметы, которые вы носите с собой. Размер снаряжения ограничен, но его можно увеличить с помощью определенных имплантов. В окне снаряжения можно перемещать предметы с места на место, осматривать или улучшать их. В разгаре боя лучше использовать быстрый доступ к снаряжению. Он позволяет быстро сменить оружие или тип гранат, а также использовать предмет. Просто нажмите на клавиатуре клавишу, связанную с ячейкой, в которой находится нужный предмет. Вы можете подключать и отключать содержимое ячейки по желанию, используя экран снаряжения. В разделе «Задач» описываются ваши текущие задания и цели. В разделе «Журналы» находятся все электронные письма и книги, которые вы читаете в процессе игры. Карта позволяет определить свое местоположение относительно текущих целей. Кроме того, на ней отмечены полезные пункты, такие как торговцы и клиники протез. В разделе «Модификации» можно улучшить свои импланты, потратив определенное количество очков опыта. Для этого просто выберите имплант, а затем укажите нужное улучшение. Улучшить импланты можно в любом месте и в любое время. В любой момент игры Дженсен, это я, Причард. Где ты? На крыше. Осматриваю территорию фабрики. Отлично. Скорее всего, внутрь ты попадешь на участки приема и разгрузки. Скорее всего, Фрэнсис. Что ты хочешь сказать? Там у нас вход для служащих. Борцы за чистоту наверняка тщательно охраняют его. Так что, если ты не любитель лобовых атак, стоит добраться до крыши. Слишком близко подходить к охранникам рискованно. Лучше держитесь от них подальше. Учтите их маршруты и скоординируйте свои действия соответственно. Если возможно, старайтесь не вступать с ними в бой. Одинокая цель очень соблазнительна, но кто знает, вдруг за углом ждет подкрепление. Если нет другого выбора, старайтесь нейтрализовать объект тихо, подкравшись к нему сзади и усыпив его. Убийство – более надежная мера, но более шумная. Для этого просто удерживайте кнопку нейтрализации. Любые попытки нейтрализации, как убийства, так и оглушения, расходуют энергию. Когда энергия закончится, вы не сможете использовать импланты. Энергию, однако, можно восполнять при помощи питательных веществ. Как бы то ни было, не оставляйте трупы на видном месте. Если их найдут, охрана непременно поднимет тревогу. Так что оттащите их с дороги.
Быть невидимым недостаточно. Меньше всего от вас будет шума, если вы будете передвигаться, пригнувшись. Зона обзора играет важную роль. Если вы будете держаться в укрытии, вероятность того, что противник вас не заметит, выше. Старайтесь обойтись без прыжков и быстрого бега, так как это самый верный способ выдать свое местоположение. Что на этот раз? Йоу, если ты здесь, лучше выходи! Могу поклясться, здесь кто-то был. Что это было? Раза.
Ричард, я внутри. Тут есть прекрасный вход. Рад за тебя. Тайфун находится в фабричной лаборатории. Рядом со сборочным цехом есть лифт, который доставит тебя туда. Принято. Что-нибудь найти, пока не приперлись легавые. Что-то привиделось. Что это было? Кое-кто за это заплатит. Хм, что ж так дергаться? Кто здесь? Вот, то самое место.
Сейчас ты сдохнешь. Кто-нибудь это слышит? Ты под кайфом, что ли? Прежде чем мы свяжемся с нашим отношением отстроей, мне бы хотелось кое-что сказать. Хочу обратиться к людям, которые работают на заводах наших биотехнологических корпораций. Слушайте, я вас не виню. Я вас не ненавижу, потому что вы работаете...
Астрис или любой другой долбанной корпорации. Я знаю, что вам ничего не рассказывают, вы ничего не знаете. Откуда вам знать, что эта неуправляемая технология принесет всем нам гибель? Никто не спрашивает ваше мнение о ценах на импланты. Дэвид Шариф не проводит опросы среди рабочих о том, не стоит ли снизить цены, чтобы и беднякам тоже дать шанс. Пушеры в клиниках процесс не спрашивают у Джо и Боба из полировочного цеха, не стоит ли заняться поиском альтернативного средства от отторжения трансплантов или лучше продолжать накачивать бедняк нейропозином. Короче, друзья мои, не стоит... Кто там? Здесь никого. Что? Блин, надо бы проверить, что там. Тут ничего нет.
Дженсен, я попытался открыть дверь сборочного цеха, но мои перекрывающие коды не работают. Кто-то изменил протоколы. Что? Разве ты еще не заткнул? Выполняю. Но пока я ищу и закрываю эту брешь, тебе придется вскрывать дверь вручную. Причард, отбой. При взломе ваша цель – контролировать реестр устройства, чтобы получить доступ к защитным кодам. Для этого необходимо просматривать сеть, захватывая узлы. Вы начинаете взлом с точки входа в систему, порта ввода-вывода. Чтобы захватить узел, просто наведите на него курсор и удерживайте кнопку действия. Появится круглое меню с командами или программами, которые можно использовать на данном узле. Переход от узла к узлу осуществляется с помощью мостов. Мосты могут быть односторонними или двусторонними, что отображается стрелкой. Каждый раз, когда вы пытаетесь захватить узел, сеть может обнаружить ваше присутствие. Чем выше рейтинг узла, тем больше вероятность, что вас обнаружат. Если это произойдет, не паникуйте. У вас все еще есть шанс на успех. Нужно только поторопиться. Главное – не терять время. Сеть попытается отследить вашу точку входа и выкинуть вас из системы. Если вам удастся захватить реестр до того, как сеть обнаружит ваш порт ввода-вывода, все в порядке. Access granted.